Девушки, всем привет! Меня зовут Наталья, и в сегодняшнем ролике мы поговорим о том, на что обращать внимание при выборе крема для лица. У кого-то в приоритете текстура и запах, кто-то испытывает тягу к практичным упаковкам, а для кого-то определяющим фактором становится стоимость. Мы же считаем, что лучшее средство – это крем, который соответствует всем и в первую очередь возрастным потребностям вашей кожи. Начинать ухаживать за лицом нужно уже в раннем возрасте – 14-15 лет. Если у вас нормальная кожа, без акне, ей достаточно только увлажнения и защиты от ультрафиолета. Если кожа проблемная, жирная, избегайте слишком плотных кремов, которые могут забить поры. Выбирайте легкие флюиды, крем-гели и любые продукты с пометкой «некомедогенно» на упаковке. Ищите салициловую кислоту в составе. Она предотвращает воспаление. Кроме того, молодой коже нужен цинк. Этот элемент будет регулировать деятельность сальных желез. Использовать средства с ретинолом в этом возрасте можно только в редких случаях по назначению врача-дерматолога. В этом возрасте крем начинает выполнять еще одну важную функцию. Он становится средством для профилактики раннего старения. Ежедневные кремы должны иметь в составе антиоксиданты и гиалуроновую кислоту, чтобы поддержать оптимальный уровень влаги в коже. Подойдут также кремы, направленные на профилактику первых признаков старения. Необходимым атрибутом ухода за кожей после 25 лет становится ночной крем, ведь именно ночью активизируется процесс восстановления клеток. Начинается период, когда уже можно использовать антивозрастные средства на постоянной основе. После 30 лет кожа становится менее упругой, организм вырабатывает меньше коллагена. Вас может беспокоить отечность по утрам, появляются первые морщинки, ухудшается цвет лица. Все это сигналы к тому, что необходимо пересмотреть ваш уход. Ищите в составе ежедневного крема такие компоненты, как коллаген, ретинол, эластин, гиалуроновая кислота и антиоксиданты. Также используйте дополнительные средства – активные маски, массаж и качественную солнцезащиту. Возрастная кожа ведет себя очень капризно, особенно в период менопаузы. На ее состоянии отражаются гормональные перестройки. Появляется дряблость и сухость, начинает плыть овал, углубляются морщины. Поэтому после 40 стоит использовать только проверенные антиэйдж-продукты, доказавшие эффективность на практике. В составе кремов и масок обязательно должен быть ретинол для обновления клеток кожи и устранения пигментации, коллаген для уменьшения морщин и гиалуроновая кислота для глубокого увлажнения. Кроме того, активно стимулировать восстановление клеток способны средства с пептидами. Отнеситесь к выбору крема внимательно. Не покупайте его в спешке и обязательно ознакомьтесь с составом. Главные принципы, о которых нужно помнить. Нормальной коже необходим уход, который позволит ей оставаться в этом состоянии как можно дольше. Увлажняйте, питайте и предпринимайте меры для предотвращения образования морщин. Сухая кожа нуждается в интенсивном увлажнении. Выбирайте средства с компонентами, помогающими удерживать влагу. Для жирной, беспроблемной кожи выбирайте легкие кремы, регулирующие выработку кожного сала. Воспаленная проблемная кожа нуждается в особом уходе. Средства должны содержать антибактериальные компоненты. Обезвоженной и чувствительной коже необходимо восстановление липидного барьера, успокаивающие и снижающие раздражение кремы. И, наконец, увядающей коже рекомендован лифтинг-уход, антивозрастные средства для поддержания тонуса. На потребности кожи оказывает влияние ваш привычный образ жизни и климатические условия. Учитывая состояние окружающей среды, жительницам мегаполиса лучше выбирать уход с антиоксидантными комплексами, витаминами С и Е. Обращайте внимание на наличие в составе коэнзима Q10, экстракта зеленого чая и других растений. Если вы живете в небольшом населенном пункте с благоприятной экологической обстановкой, достаточно увлажнения и защиты от солнца. Жаркий климат с преобладанием солнечных дней повышает вероятность фотостарения и появления морщин. Применяйте солнцезащиту с SPF не менее 30. Если вы спите меньше 8 часов в сутки, кожа теряет упругость, истончается и становится более тусклой. Качество и продолжительность сна напрямую влияет на ее состояние. Постарайтесь решить проблему со сном. Используйте кремы с антиоксидантами и гиалуроновой кислотой.
Рацион, включающий в себя около 50% свежих овощей и фруктов – залог красоты и здоровья вашей кожи. Сократите количество полуфабрикатов в своем меню. Употребляйте морепродукты и рыбу. Выбирайте уходовое средство с линолевой или наленовой кислотами, маслом жожоба, авокадо и карите. На этом все. Надеемся, наши советы помогут вам выбрать крем, который максимально будет соответствовать всем потребностям вашей кожи. Локоны – одна из самых женственных и красивых укладок, которая действительно подойдет для любого повода. В сегодняшнем ролике мы поделимся с вами простым способом, который займет у вас примерно 5 минут, а в результате вы получите красивые и объемные локоны. Вам потребуется резинка для волос, термозащита, круглая плойка, заколки, лак для волос. Соберите все волосы в тугой высокий хвост и разделите на 6-7 крупных прядей. Поочередно накрутите каждую прядь, не забывая закалывать горячий виток. Когда все локоны будут накручены, сбрызните их лаком и оставьте на 10-15 минут. По истечении времени удалите заколки. Поочередно раскрутите каждый локон. И снимите резинку. Разделите локоны пальцами и снова сбрызните лаком. Готово! Надеемся, наш способ вам понравился, и вы возьмете его на вооружение. Спасибо за просмотр и помните, вы прекрасны, а мы лишь помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту. Меня зовут Женя. В преддверии сезона бикини нужно позаботиться о красоте нашей кожи. Мы предлагаем эффективный комплекс для борьбы с растяжками. Приготовим кофейный скраб и крем с мумиё. Для скраба нам понадобится натуральный молотый кофе, настойка перца и горячая вода. Кофеин способствует выводу из клеток кожи излишней жидкости, в результате чего кожа сделается более гладкой и более упругой. Используйте только натуральный молотый кофе, который правильно хранился и у которого не истек срок годности. Подождите несколько минут, пока кофе настоится, и добавьте несколько капель настойки перца. Полученную смесь настаивайте в темном месте в течение 3 дней. Важно перед применением обязательно попробовать скраб на небольшом участке кожи. При необходимости уменьшите концентрацию жгучего перца, добавьте еще кофе, либо столовую ложку оливкового масла. Для крема от растяжек нам понадобится мумиё в таблетках, их можно купить в любой аптеке, и обыкновенный детский крем. После растворения добавляем крем. Важно добавлять раствор в крем, иначе эти ингредиенты не смешаются. Смешиваем до однородности, а чтобы придать крему более приятный аромат, добавим несколько капель апельсинового масла. Не забудьте сделать тест на аллергию. Эфирные масла подходят не всем. Крем нужно хранить в холодильнике и пользоваться им ежедневно. Ухаживайте за собой, любите себя и будьте в форме. Если вы хотите бросить курить, но не знаете, с чего начать, то это видео для вас. Составьте список причин, по которым вы хотите отказаться от сигарет. Это позволит вам лучше понимать свои намерения. Возвращайтесь к этому списку, когда возникнет желание покурить.
могут появиться головные боли, тревожность, депрессия, ощущение напряжения или беспокойства, повышение аппетита и проблемы с концентрацией внимания. Точная дата сделает ваш план более четким. Лучше выбрать день, который наступит не ранее, чем через 2 недели. Это даст вам возможность подготовиться. Подумайте, хотите ли вы сразу отказаться от сигарет или постепенно уменьшить количество потребляемого никотина? Что вы будете делать, когда у вас возникнет желание закурить? Попробуйте съесть что-нибудь не очень калорийное – изюм, сушку, жевательную резинку. Выбросьте пепельницы, сигареты и зажигалки. Постирайте одежду, чтобы избавиться от запаха сигарет. Выспитесь, так вам будет проще справиться со стрессом. Друзья и члены семьи окажут вам поддержку в этом нелегком деле. Расскажите им о своих целях, попросите не курить в вашем присутствии и не предлагать вам сигареты. Не отступайте от своей цели, продолжайте следовать плану, даже если не все будет идти гладко.